Жители дома номер 3 по проспекту Западному уже неделю сидят без газа. Дело в том, что ранее газовые службы проводили проверку в их доме. По словам коммунальщиков, в одной из квартир обнаружили утечку. Она может привести к аварийной ситуации. Как выяснилось, хозяйка жилого помещения уехала несколько лет назад и в Орске не проживает. Удалось найти ее родственницу, но и та ничего не знает. Более 4 лет она здесь не проживает, и мы ее никак найти не можем. То ли в Белоруссии, то ли на Украине она. И найти ее никак. Обращались мы в управляющую компанию. Управляющая компания сделала запрос в нашу полицию, чтобы нам предоставили участкового. Участкового нам полиция отказалась. Я вчера лично была, разговаривала с этим, с участковым. Он мне сказал, я не имею права, я сейчас это вскрою, потом что-то пропадет, вы будете в стороне, а меня посадят. Несколько лет назад жители этого же подъезда столкнулись с подобной отопительной проблемой. Но вопрос быстро решили, сейчас же ситуация иная. По этому подъезду, это уже не первый случай вот по этой квартире именно. Тогда, я не знаю, может, лет 10 уже прошло, как она стоит, закрытая. Но раньше было тоже по отоплению. Тогда приходила, раньше милиция, в общем, приходили, вскрывали, устраняли все, и все, вопрос был решен. Сейчас нам во всем везде отказывают. Газовики, администрация, местная управляющая компания на жалобы жителей пожимают плечами и говорят, что ничем помочь не могут. В ЖСК номер 2 корреспондентам рассказали, что ситуация находится под контролем. Между тем, юристы советуют составить акт, указать в нем причины отключения, написать претензию, а если ответа не последует, жильцы могут смело обращаться в суд. Елена Давыдова, Ксения Задворнова, Павел Сагайдак. Новости дня.